катаешь. Так ты на рыбалку или так? В аэропорт поедешь? Довезешь меня до линии взлет? Ну половим чуть-чуть. Никого нет. Новый этот участник профишинг типа. Новый участник профишинг? Да. Ну давай попробую. Первый заброс. Молодец. Очень настроен на поимку. Давай, давай. Хотелось бы заснять видео, где ты с рыбой будешь. Ну, первое. Guten Tag. Работник аэропорта. Ну, тяни, тяни. Все время не давай слабину. Так под сучок может достать? Да, сейчас посмотрим, мелкая или нет. О, не, хорошая, смотри. Ой. Давай, поддавай. Стой, стой, да, зацепилась она плохо, держи. Держи все время в натяг. Вась, давай быстрее. Ахуй! Офигеть! Вот эта тема! Это мне нравится! Привет, девочка! Стой, стой, чтобы она там не замок. Пусть в воде будет. Там пусть будет, да. Смотрите, у нее зубы. Офигеть! Держи, держи, там. Не, не поднимай. Пусти в воду его. Давай, может, ее отцепим? Да, сейчас отцепим. Блин, вот это тема! А ты снимаешь? Ну да. Я не могу без эмоций говорить. Ох, вот это тема, ребятки. Ну все. Я заболел. Офигеть, смотри, какая здоровая. Вот таких щук я даже не видел. Живую. Да хватит там снимать. Привет, Анфисочка. Жесть. Ну покажи, что ты там, поверти. Главное, чтобы не выскочил. Да не выскочил. Ой, посмотри, какая красавица. Спасибо тебе, учитель. Поздравляю. За такую первый раз в жизни поймал щуку вот с прекрасным мастером. 3680 сантиметров длина. 82. 82, извините, ну я округлил. Не надо, тут ничего округлять. 3600 для первой щуки очень достойно, да? Да. Для первочка. Давай, я тебя поздравляю. Молодец. Трофей. Тема. Ну, расскажи о своих впечатлениях. Я счастлив. На камеру. Я счастлив, друзья. Как это было? Это было восхитительно. Да? Мне жарко. О, тема. Ну, ты кайфанул? Это лучшее, что было со мной за последние годы. Да? Да, вообще тема. Ну вот, отлично. Супер, а я рад за тебя, что ты наконец-то поймал. А то ты так долго говорил об этом, что нету, нету. Я не сдавался. Ну не сдавался, да. Он правду говорит, не сдавался, упирался, кидал, пытался, не ныл. Сколько лет? И поймал 3600 осенний. Ходите с профессионалами на рыбалку, вот что я вам скажу. Правда? Не, ну согласись, да. Как можно поехать первый раз и поймать на 3600 щуку первый раз? 3600, 82 сантиметра. Все, выключаем, поздравляю. Все. О, жесть.